Ваша реанимация на данный момент открыта на 18 коек. 18 коек хватает? Да, хватает. 12 коек находится в месте внизу, на первом этаже, 6 коек наверху. 12 здесь? И 6 коек наверху, на 4 коек. Добрый день. Как вы живы, здоровы? Спасибо, Александр. Не болеешь? Нет, не болела. Молодец. Люди не обижаются, всего хватает у тебя? Хватает, конечно, не хватает. Тяжелая пациентка, 55 лет. Сколько? 55 лет. 6 числа заболела, 12 числа поступила в отделение, в инфекционное отделение. К сожалению, там была на кислороде, к сожалению, хуже стало, перевезена к нам. На данный момент 90% кислорода, конечно, состояние тяжелое, сейчас производится механофозное. Ну, было 94. Да, 94. Да. Это в таком же состоянии? Да, это тоже тяжело. Все не вакцинированы, да? Все не вакцинированы, да. И у всех сопутствующие болезни, да? У всех есть сопутствующие, только у него немножко разные. Например, тут у пациентки есть сахарный диабет. Ожирение здесь, да? Да. Или там? Там ожирение, тут ожирение. Короче, сопутствующие болезни и ожирение. Да. Ну вот беда. Это одна палата. Вторая где? Да. Спасибо. Ну, а последний у тебя на ИВЛ? Ну, вот, получается, 18 человек, у нас сейчас 7 человек на ИВЛ, и получается, 4 человека на ИВЛ. Не дает работать. Ну, давай я делаю эту, господи мой, что за Пеневич? Я вот без маски стою здесь, это еще хуже. Это? Да. И нос обожнится, главное. Ну, ты поджал уже куда больше. Не, обжать. Слушай, сам ходил без маски всю жизнь. Маску, вот все спорно. А так это губернатором стал. Ну, давай побрызгаю на руки. Господи. Давай. Нос обожнится. Что, еще и нос? Нет, обжать. Вот. Может, побрызгай на меня, на. Чтоб ты уже ничего не говорил. Вот, все, побрызгал. Куда идти? Операционная резерва для пациента инфицированных кожей. И она вот здесь из чистой зоны. То есть, если можете, надо прооперировать. И он заболел. Оденьте маску. Я же один. Все, чтобы Пеневича со мной больше в больнице не было. Значит, оденьте маску. Так я же один. Вот. А что еще надо? Вот, если... Тут же нету никого. Ну и что? Мы же все равно на маске. Значит, если... В соматическом любом отделении пациент поступил в хирургию по показаниям, но... Появилась клиника, температура, мы его тестировали, вывели из чистого, забрали оттуда и поместили в инфекционное отделение. Но его уже хирург, чтобы он не заражал окружающих палаток соматически, берет вот здесь. Аппараты стоят на готове, здесь хирурги могут прооперировать, урологи могут прооперировать, кшерогинекологи могут прооперировать. Ковидный. Только с ковидом, да. Это для ковида. А у нас везде эта практика? Чисто ковидные операционы есть везде. Вам лучше или хуже, чем было? Немножко лучше, да? И главное, не переживайте. Это единственный совет, который могу дать. Ладно, не будем вам мешать, но вы только не переживайте. Жить вы будете, не волнуйтесь. Ну, это основное ваше звено. Да, основное, самое тяжелое здесь. То есть это самая главная красная зона вашей здесь, да? Да. Шел еще туда. А все остальные отделения, там пациенты с ковидом, достаточно тяжелый грох, который может влиять на дыхание. Доброе утро еще раз, пожалуйста. Доброе утро. Отлично. Это обширская физиологическая деятельность мая. Сделали инфекцию. Для работы с пациентами ковид. Так давайте лучше за животик. Подушечку под грудь. Потому что надо, чтобы все расправлялись. Добрый день. Живенькие все. Да, молодцы. Кислорода зависимая. Кислорода. Здесь 40 точек подключения кислорода в этом отделении. А здесь... Все точки есть, да? Да. Мне нехорошо, что если пациент просыпает, ну, кислорода зависимая,
А сколько девчата находится здесь? Вот, 18 человек, да, 18 Динамика? Динамика положительная, сатурация может быть повышается. О, так у него, как у меня, сатурация. 20 литров кислорода минуты потом. 97, это уже хорошо. Мы заметили, что легче, да? Легче, конечно. Ну, значит, надо его открыть. Это правильно.